И в этот раз скажу друзья. я: приветствую, да, скажи, друзья. Скажи. Даша, наш психиатр, коллега, приложила тоже ручку к этой картине. Вы пишите в комментах, нравится, не нравится, что там, фрукты или... люди или цветы. Или цветы, что добавить, что убавить. Говори, Даша. И, может быть, вы хотели бы, чтобы там что-то еще было нарисовано. Кто-то предлагал нарисовать меня там. Да, кто-то Даша очень хотел меня нарисовать. Да. Кто-то. Просто горело нетерпение. Давай, мне кажется, пришло время. Да. Наступило время. Час икс, да? Да, пора меня рисовать. У вас есть новые чистые холсты, у вас есть краски. Да. А, то есть я буду рисовать. У вас, а кто? У вас есть я. Молодец, как она непосредственно, да? А вы, да, да. Молодец, да. Как это, комсомолка, спортсменка, еще кто там был, помнишь в фильме? Как фильм назывался? Просто красавица. Как фильм назывался? Ну, кто этот фильм? Забыли, что ли? Нет, не да, забыли. Даша, ну ты же да, психиатр. Я смотрю этот фильм каждый день, почти. Каждый год точно. Мы специально не говорим, чтобы вы напомнили. Пишите в комментах. Нет, ну как он называется? Ну как? «Кавказская пленница». «Кавказская пленница». Я кавказский мужчина, она моя пленница. И такие вам все цветы. Обнимаем, друзья. До связи. Пишите, что добавить, что убавить. Мы в формате «Коллективный разум». До встречи.